После того, как я установил на планшет Windows 10 LTSC 2021, у меня возникла вот такая интересная проблема. Не открывалась сенсорная клавиатура, чтобы можно было спокойно вводить текст на сенсорном экране. То есть можно было открыть обычную экранную клавиатуру в специальных возможностях, но это не то. Не работала именно вот эта клавиатура, как на Android смартфонах, как на Android планшетах и так далее. И сейчас я вам расскажу, как эту проблему решить, чтобы на Windows 10 LTSC на планшетах экранная клавиатура работала. Погнали! Итак, по какой же причине не работает сенсорная клавиатура в корпоративных версиях Windows 10 LTSB и LTSC? На самом деле проблема очень простая, и проблема заключается в том, что вот эта сенсорная клавиатура, которая всплывает на планшетах, является UWP приложением из Microsoft Store. И для того, чтобы решить эту проблему, нужно всего лишь установить магазин приложений Windows 10, LTSB и LTSC. Магазина приложений в этих версиях Windows нет, и поэтому клавиатура сенсорная вообще не отображается. Да, ее значок внизу будет виден в панели задач, но этот значок не срабатывает, никак не реагирует. А сейчас я вам покажу, как установить магазин приложений Microsoft Store Windows 10, LTSB и LTSC. Для того, чтобы установить магазин приложений Microsoft Store, перейдите по ссылке в описании, она вас приведет на сайт GitHub. Откроется вот такой сайт, далее нажимаете кнопку «Код», «Download zip», ждете, пока загрузится файл, его размер примерно около 70 мегабайт. Файл загрузился, открываете архив, из архива переносите папку на рабочий стол. Открываете эту папку, далее нажимаете правой кнопкой мыши на файл Add Store и нажимаете «Запустить от имени администратора». У вас запустится командная строка, подождите, пока все процессы пройдут, и закрываете ее. Далее в пуске вы ищете Microsoft Store. Заходите в него, и далее в меню приложений нажимаете кнопку «Обновить все приложения». Наверное, у меня вот это здесь в библиотеке, так как новая версия стоит магазина Microsoft Store. И нажимаете «Проверить обновление». У вас обновятся необходимые приложения, и сенсорная клавиатура откроется и будет нормально работать. Если ролик был вам полезен, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, и всем всего доброго!